Семья Бакуровых из совхоза имени Ленина впервые на соревнованиях «Мама, папа, я» – спортивная семья. Узнав о таком событии, Юрий, Ирина и маленький Федя ни минуты не сомневались и сразу решили стать участниками состязаний. Ведь это так увлекательно и азартно. Решили проверить сложность, скажем так, нашей внутренней команды, нашей семьи. Насколько мы сплочены, да, между собой. Можешь применить в данных конкурсах свои возможности, да, помочь своей семье в конкурсе, как-то предугадать, помочь, посмотреть друг на друга другими глазами. Семейный поезд, поход в бассейн, смешанная эстафета, «Построй башню», скачки, «Догони меня». Названия конкурсов говорят сами за себя. Сила папы, гибкость мамы и отличная реакция ребенка – вот главные слагаемые успеха. Впрочем, здесь, как нельзя кстати, лозунг, что главное не победа, а участие. Так считают и видновчане Будановы. Уже во второй раз Андрей, Лилия и Денис на семейных стартах. Всегда очень нравится, весело, живо проходят все активные, бодрые, веселые. У нас и так дружная семья, а здесь еще больше. Приобретается спортивный дух состязаний, как бы и каждый друг за дружку старается выложиться по полной. За потрясающей атмосферой сюда приехали семьи из всех поселений Ленинского района. Несмотря на то, что эти соревнования проводятся уже много лет и стали традиционными, в нынешнем году количество участников побило все рекорды. И с каждым годом семей все больше и больше. Вот, не вспомню точно количество семей в прошлом году, насколько помню, около 30. А в этом году такой аншлаг, так радостно, так приятно и неожиданно приятно. 54 семьи. Это, в свою очередь, значит, что более 150 человек получили невероятный заряд энергии и наверняка еще раз осознали, что победить можно только приложив совместные усилия. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.